Я Калашников Данил, 5 Е. Если не директором, то кем бы вы хотели быть? Тренером. Очень мечтаю, кстати, вернуться к тренерской работе, потому что она у меня когда-то получалась. И вообще мне было интересно вот, быть тренером, педагогом, воспитателем. И когда еще работа получается, это вдвойне интересно. И ты также видишь вот, результат своей деятельности. Это очень важно. Меня зовут Екатерина Маргарита. Я учусь в 1 Б. У меня такой вопрос. Во что вы верили и что вас вдохновляло и давало сил в начале вашей карьеры на посту директора школы Самбо-70? Владимир, какой серьезный вопрос. Умница. Присаживайся. Про карьеру. С первого класса уже про карьеру. С места в карьере. Ну, что я хочу сказать, что мне повезло. Я стал руководить школой тогда, когда мало кто хотел ей руководить. Вот. Это было не очень престижно, потому что люди шли в бизнес. Бизнес в нашей стране только появился во времена перехода, перестройки. И очень много было хозяйственной такой работы, чтобы привести школу к какое-то более приемлемое, уютное состояние, чтобы в ней можно было удобно и учиться, и тренироваться, и вообще находиться. И вдохновляло, что какие-то происходили перемены. И вот коллеги, сотрудники, товарищи мои, друзья, они радовались, ну вот, каждому, так сказать, приведенному в порядок, отремонтированному метру. Вот, и тогда слово «карьера» и речи не было, потому что все было, время занято тем, что ты думаешь каждый день, что-то сделать такое нужное, важное, полезное, и тебя вдохновляло то, что тебя поддерживали, искренне поддерживали вот, товарищи и люди. И ну, вы знаете, я выпускник школы, и очень много выпускников, которые тоже поддерживали и говорили, что верили, что все будет лучше, удобнее. В общем, много ли так и получилось, и я очень рад тому, что вы сегодня находитесь в совершенно лучших условиях, и о школе я могу говорить очень много, долго, и это предмет вот нашего общего, так сказать, нашей общей гордости с вами вместе. Вот мне перед вашим поколением нисколечко не стыдно. Вот. Я рад, что вы пришли к нам в школу, да, первоклашкам, пятиклашкам. Вот. Рад, что у нас очень хорошая школа. Ребята, ваши руки. Уважаемые Ренат Алексеевич, какая самая заветная мечта была у вас в детстве? Но я даже не мечтал об этом, о той ситуации, в которой я сейчас нахожусь. Я просто как бы жил и работал, как и все мальчишки и девчонки. Ну, я тебе скажу так, что моя мечта сбылась.